В Минске сейчас проходит заседание контактной группы по урегулированию конфликта на Украине, обсуждают вопросы безопасности и восстановления Донбасса. Ранее об этом говорили в рамках рабочих подгрупп. Одна из тем – разминирование в районах, где действовали киевские силовики. Процесс должен идти под четким контролем ОБСЕ. Важный гуманитарный вопрос – восстановление банковской системы в Донецкой и Луганской республиках. Обсуждают и проведение местных выборов в Донбассе. Его представители перед встречей заявили, что намерены снова требовать введения регламента, где будут фиксироваться все договоренности. За последнее время контактной группе удалось продвинуться в решении многих вопросов, но, пожалуй, главный – это отвод вооружения от линии соприкосновения и создание вокруг нее 30-километровой зоны безопасности.